Ну что ж, друзья, сегодня я по секрету скажу, но это уже как бы про пройденный этап, да? Сегодня пароль сюда был, король, чтобы ты понимал, да, чтобы сойти сюда, король. Я предложил версию, то есть здесь фейс-контроль невозможно, значит, то есть он заходит, пароль, и такой чувак говорит, король или король? Ты такой, король, он говорит, ты не угадал, король, раз, вышвырнули. Друзья мои, здесь сегодня одни короли, и я хочу, чтобы короли именно ювелирной индустрии сейчас поздравили Александра Пескова с его юбилейным концертом и юбилеем, наверное. Да, 50 лет вот так. Да, полтос все-таки немало, но еще и не 150 на всякий случай. Ну, слава богу, да. Ну, что, дай бог наоборот, и 150, и 170, и дальше. Я думаю, что 150 многовато, уже песок будет сыпаться, не в смысле Александр Песков, я имею в виду, вообще просто сыпаться уже начинает. Тяжело для сцены. А вот полтосик-то нормально, он еще бодр, ты видишь как? Весьма бодр, весьма. Весьма дай бодр. Бог, дай бог, чтобы этот заряд остался на долгие годы, дай бог. А скажи что-нибудь вот от, так скажем, а какой-нибудь, вот, знаешь, вот есть пожелания артистические, да, там они желают там, ну, обычно там что-нибудь там хроническая удача какой-нибудь тролливали. А вот в вашей промышленности, в вашей миссии есть какие-нибудь такие своеобразные пожелания? Ну там, что проба там, тра-та-та. Не проба, лучше неиссякаемого таланта и твердости алмазной. О! Во всем. Все, что не пожелается, пусть сбудется. То есть мы за кнопку Enter. Что все, что пожелали, Enter, и все, что Enter, да. И пусть эту кнопочку можно нажимать неоднократно, так несколько раз. Раз, чтобы было побольше. Как на плохой клавиатуре, вдруг что-то там барахлит, чтобы уже раз, чтобы контрольно было. Ну вообще, для Александра мы сделали замечательный подарок. Вот он. Разрешите? Покажите, пожалуйста. Заходи, красота, в кадр. Че ты? Значит, смотрите, для Александра был сделан специально, разработан, придуман перстень, очень дорогой. Ух ты! Да, то есть аметист очень редкой окраски, 75 бриллиантов, крупных бриллиантов, как вы видите, сбоку там и так далее. То есть мы это не видим сделано. Пока, но если ты покажешь камеру... Да, пожалуйста. Ребята, вот это серьезная тема. То есть достаточно интересный перстень чем? Очень интересный. Не просто то, что это кусок металла или там большое количество камней. Самое интересное в том, что проведена некая параллель между Александром Песковым и Александром Великим, то есть македонским. А. Да? То есть были исследованы очень много материалов исторических, были собраны факты. Здесь, значит, сакральность очень много в этом перстне. Например, если посмотреть внутрь, то там изображение щита Александра Македонского. Там также инкрустирована монета, 3 век до нашей эры, с ликом Александра Великого, то есть той эпохи. Она была специально выкуплена в определенном музее и инкрустирована туда. То есть сакральности в этом изделии достаточно много. Оно не просто так бижутерия, скажем так, как многие тут говорят мне и так далее. Это достаточно интересная работа. И я надеюсь, что она останется у него надолго-надолго и перейдет в другие поколения. Да, я надеюсь, что Александру Пескову после того, как он оденет этот перстень, не придется ходить в большом сейфе. Но сейф не сейф, но во всяком случае, я думаю, что постерегаться придется, потому что мы знаем, как у него в Киеве были проблемы какие. Друзья мои, мы поздравляем Александра Пескова, показываем вам, и в следующий раз вы этот перстень можете увидеть только у него на руке. Да, только на руке. Смотрите внимательно, будет, обязательно будет носить, обязательно. Да, главное, чтобы, когда он будет его носить, чтобы он понимал, что он носит достойное украшение и приготовленное специально для него. Да, это он даже так и называется. Александр. Перстень Александр. Круто. А вы потом нам сделаете перстень People Star. Мы обязательно. Будем... Обращайтесь. Любой. Хотите People Star, хотите MTV, хоть какой угодно. Не, лучше People Star. Будет смешно. Мы же народное телевидение для всех, для наших нормальных людей. Поэтому мы не гламурные и... Перстень у нас тоже должен быть не гламурный. Приходите, сделаем все, что угодно. Спасибо, дружище. Спасибо. People Star.